Ребята, не смогла удержаться. Всем привет, не смогла удержаться, чтобы не снять вам ролик о том, как продают машины здесь, в Нью-Йорке, в США. То есть я думаю, что кроме того, что их забрасывают на определенные сайты, еще люди обязательно клеят на своих окнах для того, чтобы показать, что машина продается. И вот Lexus, модель и марка, я не сильно разбираюсь, вы все сможете прочитать. Хотела показать вам, за сколько она продается здесь, какого года, и контакт с автором, который, рискую своей жизнью, хожу по дороге, контакт с автором, который, с хозяином, который продает эту машину. Ну, в принципе, первый раз, если честно, увидела за такую стоимость вообще машину. Обычно выше 4000, я вообще не видела машин, которые продаются, но это, видно, уже высокого класса машина. И, ну, я, конечно, Lexus не хочу, я о другой машине думаю. Вот, но просто, чтобы вы видели, как, еще раз покажу вам, как это все оформляется и какая цена здесь при доходе у людей, какая цена здесь на машину. А вы сравните с тем, что есть в Украине или в России. Вот такая маленькая заметка вам, еще чуть-чуть о жизни в США. Пока-пока.